Всем добрый солнечный день. Сегодня будем говорить об обрезке лаванды. Все знают, что лаванду обязательно нужно стричь после первого цветения. Именно тогда кустик заложит новые почки, распушится и из каждой веточки выдаст вот такие вот цветочки. Это повторное цветение моей лаванды. Оно, правда, немногочисленное, но это, в общем-то, однолетний кустик. А вот теперь интересный вопрос. Все-таки еще одна обрезка лаванды должна быть весной или осенью? Я вам отвечу на вопрос так. Все дело в том, какая зима, с каким количеством снега и с какими температурами характерна для вашего региона. Если эта зима такая, как в Беларуси, когда бывают морозы без снега, то я бы рекомендовала весеннюю обрезку, чтобы быть уверенным, что растения перезимуют. Если ваш климат с более снежной зимой, то тогда обрезку можно произвести и осенью. Однако, независимо от того, применяете вы весеннюю либо осеннюю обрезку, вы должны помнить об одном очень важном правиле, что кустик лаванды может очень легко погибнуть в том случае, если вы его обрежете низко. Если вы хорошо рассмотрите кустик, то в его основании присутствует уже отдревесневшая часть. И вот на эту коричневую древесину ни в коем случае нельзя обрезать кустик. То есть мы обрезаем только зеленые побеги на 1/3. Делаем из лаванды шарик, и через время он начинает куститься. На конце каждого побега он даст цветы. Таким образом, получается, что в зависимости от вашего климата вы режете кустик лаванды осенью или весной, а также летом после первого цветения. Формируйте из него шарик, и кустик отблагодарит вас пышным цветением.